Разрушенные металлические стены и густой дым, который закрыл собой солнце. На улице профильно загорелся склад с изделиями ПВХ и лакокрасочными материалами. Пожарные приехали к месту происшествия уже через 10 минут, примерно в 14:30. Еще через несколько минут съемочная группа телеканала «Самара ГИС». Открытый источник горения находится буквально за моей спиной, в 50 метрах. Сейчас сотрудники МЧС проливают стены склада водой, а пламя распространилось на 1500 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших на эту минуту нет. Площадь пожара увеличивалась непрерывно. В определенный момент пламя охватило около 2500 квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности. Сотрудники оперативного ведомства отключили газ и электричество. Они принимают все меры, чтобы справиться с огнем и не допустить дальнейшего распространения. Есть трудности с обеспечением водоснабжения. К месту направлен пожарный поезд, пожарный катер. МЧС России направил авиацию. Местные жители, которые стали очевидцами происшествия, таких крупных пожаров не припомнят. Пожар такой в Самаре не часто увидишь, я так скажу вам. Я поэтому сюда и прибежал. Дым, черный дым, пожар, как обычно. Горе у людей. Сотрудники МЧС проводят полеты над местом происшествия на вертолете, чтобы определить лучшую позицию для тушения огня. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События.